Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ними в различные Android-игрушки. И сегодня я хотел бы показать вам один матч в Mobile Legends Bang Bang на Франко. Необычен этот матч тем, что я решил собрать Франко полностью в убийцу. То есть с зачисткой леса, с фармом черепах, со всякой вот этой вот фигней. И давайте для начала я покажу вам снаряжение, которое у меня стоит на Франко в убийцу. В общем-то, выглядит оно следующим образом. Это сапоги на перезарядку навыков, бесконечная битва, клинок отчаяния, клинок семи морей, удар охотника и золотой метеор. Вот насчет последних трех предметов, тут в зависимости от ситуации идет, но я обычно всегда использую эти предметы, и за редким исключением я могу там золотой метеор заменить, к примеру, на рык, такая оранжево-желтая шмотка на пробитие. В общем-то, давайте уже перейдем непосредственно к матчу. Так, заходим сюда, потом, по-моему, поле боя надо нажать, затем повторы, и вот у меня вроде бы где-то здесь в сохраненных есть повтор. Да, вот, кстати, второй матч, который чуть ниже, здесь мы проиграли, но здесь я тоже собирал Франко в убийцу полностью, и это был достаточно интересный матч, я там очень много киллов набил, но я не могу посмотреть результаты, или могу, но не знаю как. В общем-то, сегодня мы посмотрим именно вот этот матч, последний, который я играл, поэтому давайте начинать. Собственно, в чем прикол? Прикол в том, что я, когда собирали мой отряд, никто не захотел брать убийцу, и мой последний пик был либо брать танка, либо брать убийцу. То есть, как видите, у нас никто не играл за убийцу, я пикал последним, и я решил взять Франко и собрать его, собственно, непосредственно в убийцу. И сейчас вы увидите, что из этого вышло. Что-то долгая загрузка. Давай быстрее. Против нас играет маг, стрелок, танк, поддержка и так далее. В общем-то, будем смотреть от моего лица по большей части. Можно как-то... Да, видите, я купил сразу ботинки и пошел на баф-атаки. Ну, здесь я просто ждал, стал ждать, пока появится моб. Вкачивайте первым второй навык, видите, как я вкачал второй навык, чтобы больше наносить урона именно миньонам. Крюк тоже хорошо, но у него очень долгая перезарядка, и он тратит очень много маны. В начале игры, когда у нас не так много маны, нам это не очень хорошо пойдет. Поэтому я вкачиваю второй навык, он и быстро откатывается, он наносит какой-то урон, хоть и не очень высокий в начале. Но для фарма бафов в начале игры самое то. Но я здесь добиваю через это возмездие монстра баф. И иду сразу же фармить второго крипа. Как обычно, здесь все по стандарту. Начало игры за убийцей обычно всегда одинаковое. Многие, правда, по-разному выбирают, каких крипов бить после того, как забирать баф. Но я вот решил так. Можно было пойти сразу на магический баф. Здесь я, видите, купил два медальончика на ману, чтобы у меня не заканчивалась мана в начале игры, потому что мне нужно будет гангать, если это потребуется. Но, по-моему, в этой именно катке я особо не гангал, потому что никому особо помощь не требовалась, кроме Ханаби. Но так как я был далеко от Ханаби, бежать через всю карту мне было как-то вломно. В общем, я забираю здесь второй баф. Как видите, ботинки еще не купил, потому что я хочу взять первым делом вот этот вот меч, лазурный клинок, чтобы у меня постоянно была мана впоследствии. Ханаби просит помощи, я понимаю, и я нахожусь с нее максимально далеко. Но думаю, выдвигаться, не выдвигаться. По сути, надо, конечно, помочь союзнику. Но тут подоспела черепаха, и мне нужно как бы ее забирать каким-то образом, поэтому я сразу иду на черепаху. У меня как раз это, как сказать, возмездие перезаряжается. Я вижу, что Беатриса Акай там, где мозгов я не вижу, но я надеюсь, что он не в этой части карты. И мне повезло, потому что мы с Ангелой и Бальмондом, в принципе, забираем черепаху. И дальше я уже вижу, что там вообще все плохо у Ханаби, и стараюсь подойти к ней. Не знаю, зачем я попутно стал защищать мобов на средней линии. Чисто, чтобы чуть-чуть побольше золота набить, хоть у меня идет штраф к добываемому золоту. Но вот здесь, видите, я уже вижу, что их достаточно много. Москова и Акая тоже на карте до этого было видно.
Но у меня отрегенился баф, поэтому я решил побить баф. Я вижу, что они пошли на центр. И, в принципе, пока что я фармлю. На самом деле, уже нужно было бы гангать по-хорошему. Но я решил немножко подфармить золотишко. И вот здесь, видите, я вижу, что Аврора начинают зажимать. Я ловлю здесь Беатрис хуком. Сразу юзаю ульту и добиваю ее. Изи-бризи. Идем дальше с вами. Здесь я решил опять немного убрать мобов, потому что я вижу, что мобов с нашей части карты уже убили, и не хотелось бы получать лишний урон по вышке, хоть она и защищена щитом. Иду добывать магический баф. Магический баф для Франку достаточно важная тема. Он позволяет получить бонус к восстановлению маны, и это очень важная тема для Франку, особенно на начальных этапах игры. Я вижу, что там начинают наших щемить, и выдвигаюсь на помощь. Собственно, на ганг. Там у нас Москов и этот. Я подхожу к Москову в упор, пытаюсь, точнее, подойти. Он видит меня, убегает. Пытается пробежать, но я не даю ему это сделать. Кидаю хук, добиваю Москова. Можно было здесь попытаться забрать Акая, но я что-то отошел вначале, а дальше... А нет, мы его вроде бы заберем здесь. Да, я его хотел забрать, но Ханаби его... И здесь моя первая смерть. Потому что меня ганганула Беатрис, как бы. Шансов выжить здесь практически не было. Наших начинают снова щемить, но Аврора неплохо дает станы. Вообще, вот в этой катке очень часто от Авроры прилетали достаточно грамотные станы. Собственно, первая моя смерть, я получаю здесь 7 уровень, и мы идем дальше. Я вижу, что там, в принципе, нужна помощь, но без бафов у меня просто не хватит урона, так как я, соответственно, не убийца, я танк, и они там более-менее справляются, то есть даже без моей помощи. Поэтому я спокойно забираю баф. Решаю не тратить возмездие, потому что я вижу, что черепаха есть. И мне нужно возмездие на черепаху. Я прихожу, не знаю, что здесь Москов, но он очень хорошо подставляется. Я его здесь хватаю, затем использую навык и добиваю. Он не успевает убежать даже через свой скилл и отдает мне черепаху. Я вижу, что подходит Лилия. Я пытаюсь как-то мансить, уворачиваться. Но забираю черепаху через возмездие, вот оно и пригодилось. То есть не всегда стоит тратить возмездие, когда, собственно, это делать не обязательно. Иначе бы я просто не забрал черепаху, и, возможно, Лилия могла бы ее застилить каким-нибудь своим навыком. Я собрал бесконечную битву первым предметом. А, да, пошли мои кривые хуки. Я не очень хорошо играю на Франку, ну то есть я играю среднее, в принципе. Я бы не сказал, что прям супер плохо. Но я понимаю, что у нее здесь сейчас будет просто восстановление здоровья. Но нет, смотрите-ка, у нее, видимо, не было ульты. Либо она не захотела ее использовать. И здесь за мной гонится Беатрис, но мне удается уйти. Так, она потратила рывок, она не может сделать еще один рывок и добить меня через ульту какую-нибудь, к примеру, пистолетов. Решил вернуться на базу, немножко отхилиться, и следующим предметом... Вот этот кристалл я случайно абсолютно купил, я не хотел его покупать, у меня он в верхней правой части экрана всплыл, я его нажал еще до того, как выбрал то, что я буду собирать. Здесь я ловлю Лилию, и мы ее, в принципе, забираем. Тут изи-бризи, как бы. Я вижу, что наверху есть Беатриса, его кто-то пушит. Бальмонт, по-моему, да, и он, в принципе, ее легко забирает. Поэтому я не иду на помощь Бальмонду. Иду, опять же, за бафами. Франку в убийцу достаточно зависимый от бафов человек, если вы хотите именно убивать, а не только оказывать поддержку. То есть вам нужно иметь бонусы к урону, бонусы к восстановлению маны, чтобы она не оставалась здесь. Я использую возмездие, так как вижу, что 20 секунд черепахи. За 11 секунд черепаху вряд ли кто-то убьет, поэтому я решил, собственно, использовать возмездие. Здесь магический баф. Принимаю решение, что он мне нужен, Аврору там щимят. Казалось бы, возможно, стоило помочь, но СТС и танк — это не мои цели. То есть я даже если бы пошел ей помогать, я бы максимум ее спас, но вряд ли бы я убил СТСа, либо танка, ибо у них куча отхила. Как видите, вот что произошло бы. То есть он и лужу еще кинул, и подхилил Франку. Как бы особо толку нет. Вот здесь уже я вижу, что достаточно много здоровья нанесли противникам, и здесь уже можно как бы помочь команде. Тут Бальмонда убивают, и я, по-моему, притягиваю танка, да. И его по-быстренькому хочу забрать.
Его добивает баф красный, то есть вот этот дополнительный удар. И здесь я пытаюсь еще забрать Лилию. Решил использовать ульту на Беатрисе, Аврора мне помогает, я выживаю. Казалось бы, я не помогаю Авроре, но Аврора вот мне помогла, и вот мне удалось выжить. Собственно, счет уже 5-1. Я вижу, что Москов пушит нашу линию, я говорю Бальмонду, чтобы он типа атаковал. То есть мы его, в принципе, заберем, если догоним. Но он решил отступить сразу после уничтожения вышки. Я пытаюсь его перехватить, я знаю, куда он примерно пойдет, и иду ему на перерез. Но вот здесь, опять же, мой кривой хук. Сейчас он меня откинет, да, и я уже не успеваю по нему попасть хуком. Слишком далеко он отбегает. У меня нет вспышки, так как у меня возмездие, я не могу быстро сократить дистанцию с противником и дать ульту, так я все-таки собираюсь в лес. Там все они что-то на бафе делают, мы этого не видим пока что, но вот они начинают выходить, я это вижу. Но нам надо забрать черепаху, поэтому мы добиваем черепаху и идем уже на помощь к Ангеле. Здесь, собственно, я ищу цель, не попадаю из-за крипа, который большой стоит. Аврора дает отличнейший стан. И здесь я пытаюсь добить Эстеса. Да, я использовал на него ульту, хотя, в принципе, это было и не обязательно. Я вижу здесь Лилию, но не успеваю среагировать на то, чтобы ее ударить. Я видел, что она убежала в кусты, но я думал, может, она побежала дальше, но и не ожидал ее увидеть именно в этих кустиках. Здесь я опять решаю забрать баф на ману, и затем буду двигаться в сторону Москова, так как он пушит наш лайн. Вот я иду к нему здесь на перерез. Он пытается сбежать, но я хватаю его ультой. Затем даю первый навык и добиваю через второй навык. Опять же, здесь очень сильно помогает различные эти, как они называются-то, перки, навыки на убийцу, то есть которые повышают мой урон. И иду уже помогать, опять же, Ханаби с этой. Я вижу, что у них у всех фулл хп, поэтому решаю особо не вклиниваться в замес. Собрал меч для увеличения урона зеленый. Полезная тема. Здесь, как видите, идет настоящий замес. Я пытаюсь как-то в него вклиниться, но что-то всех наших развалили. А я остался один, уворачиваясь от навыка Акая. И вижу здесь Лилию. Решил ее поймать, но вот здесь была такая неприятная штука. Я вроде бы и нажал ульту, и она нажала ульту, поэтому мы одновременно нажали ульту, и ее ульта сработала, а моя ульта нет. То есть она сбила мою ульту. Здесь я выцепляю Акая, и мы его, в принципе, сливаем. Самый неприятный для меня противник, наверное, это Лилия. Потому что у меня еще нету никакой магической защиты, и она очень сильно меня замедляет. Ловлю здесь Москова, продаю, отдаю все прокасты в него и даже забираю. То есть мне позволяет вот зеленый меч, который я собрал, нанести достаточное количество урона. Я жду, когда у меня отрегенится баф на мага восстановления, на восстановление маны. Бальмон пытается немножко то ли помочь, то ли подстилить мой баф. Он, кстати, очень часто стилил мои бафы в конце катки, из-за чего у меня мана всегда была на низком уровне. Мне это очень не нравилось. Здесь, в принципе, можно попробовать, я думаю, взять лорда. Но я вижу, что все противники живы. Выцепляю Лилию, мы используем ульту, мы ее добиваем. Идем дальше. Немного тиммейты у меня подстиливают киллы, но, в принципе, ничего страшного. Они тоже вливают свой профит, скажем так, в катку, поэтому я не особо обижаюсь на эту тему. Решил забрать баф на атаку, чтобы наносить больше урона. Ибо противники могли уже собрать какую-нибудь защиту, и лишний дамаг явно не повредит. Вижу, как Бальмонт идет бить Москова. Я вижу, что у них не хватает уже пары тиммейтов, и решаю начать бить лорда. Но я немножко не рассчитал свои силы и понимаю, что я его в соло, скорее всего, не заберу. И зову на помощь кого-нибудь. Бальмонт, думал, подойдет, но он что-то немножко протупливает. У меня уже начинает заканчиваться здоровье. Но все-таки Бальмонт пришел мне помочь. И здесь, в принципе, мы забираем лорда вдвоем. Все. Наших там немножечко отпушили, и мы идем с вами дальше. Я пытаюсь немного восстановить здоровье по кустикам, просто бегая и так далее. У Франко вроде бы пассивка, как-то связанная с тем, что он немножко подхиливается постоянно. И это очень полезная тема.
Решаю забить макбаф, потому что нигде пока не идет замесов, подтягиваться особенно некуда. А реген маны мне, в принципе, не помешает. У нас вышел лорд, в принципе, он отпушит крипов. А мы идем с вами смотреть, что здесь можно кого поймать. Вижу лилию. Можно попытаться ее поймать. Но там подтянулись другие противники, а у нас только ханаби рядом. Блин, Москову очень хочется поймать, это прям самый сладкий для меня пирожочек. Очень мало хп, нету физзащиты, да, правильно, физзащиты нету, и мне его легко достаточно можно забрать. Вот я иду здесь на перерез, отличнейшая ульта, это мой говнохук получился. И вот здесь начинаются мои фейлы с хуками. Я уворачиваюсь с ульты Беатрис, кидаю хук, опять не попадаю, но там вспышку или перемещение кто-то использовал. И мы начинаем уже пропушивать им вышки последние. Здесь, в принципе, мы расфигарили. Бальмонт хочет взять макбаф. Но я говорю, нет, чувак, это мой макбаф. Даже использовал, по-моему, возмездие. Забираю у него баф. И вот здесь начинается самая, наверное, затяжная часть этой катки. Где мы просто пытаемся пронести одну вышку. Они нам это максимально не дают сделать. Максимально бегаю где-то далеко, я не достаю хуками до них и так далее. Акай байтит на то, чтобы наши подошли и стали его бить, чтобы он использовал ульту и раскидал всех. Вот видите, наши потихоньку пытаются что-то сделать, но не особо это выходит. Отличный этот Авроры. Здесь Ангела застилил его килл и говорит извините. Но опять же говорю, я не особо обижаюсь. В Москов подходит, и мы его с ульты тоже убиваем. Ангела опять стилит, у меня килл. В очередной раз снова пишет извините. Но я особо не обращаю на это внимания, потому что мы, в принципе, нормально играем. Словил лилию, но она почему-то на середине пути как-то от хука увернулась в этом плане. Может, у нее очищение? Могу я, кстати, как-то посмотреть? Да, у нее очищение. Наверное, просто очищение прожало. И, собственно, смотрим дальше. Снова ловлю лилию. Но здесь уже я ее забираю, как бы. Слишком агрессивно она играет. Как видите, я уже собрал клинок семи морей после этого. И сейчас собираю магическую защиту. То есть оружие, которое дает дополнительный щиток при попадании по мне магической атакой. Потому что лилия начинает меня немножко подзадалбывать своими шариками своими. Здесь мы просто отпушиваем мобов, ничего интересного. Я вижу, что Москов пытается обойти, я стараюсь его поймать. Вот, он здесь меня толкнул. Но здесь я, по-моему, нет, я попадаю по нему этой штукой и добиваю ее через ульту. Опять Ангела у меня застилила в третий раз подряд. Снова пишет, извините. Но это как бы понятная тема. То есть, получается, уже третий килл подряд у меня стилит саппорт. Вот за что я не очень люблю Ангелу. Кстати, за всю катку, по-моему, Ангела ни разу в меня не прыгнула. Она прыгала в основном в, наверное, Ханаби, Бальмонда, в Аврору, возможно, когда нападали на нее. А может, она вообще не использовала ульту, я что-то особо на это внимание не обращал. Здесь мы просто отпушиваем мобов. Ну и каточка уже подходит практически к завершению. Начинаю собирать последний предмет. Это вот именно удар охотника. Для еще большего пробития через защиту. Вот здесь я хотел забрать магический баф, но моя тьма у меня его свистнула. А мне, видите, уже начинает заканчиваться мана, уже меньше половины. И да, опять мой кривой хук, как я и говорил. Я не профессионал на франку. Я играю на нем средненько. Там идет настоящий замес, очень много противников, бедный Бальмон страдает. Я пытаюсь ему помочь, опять мажу, и, скорее всего, его здесь добивают. Но у него был щиток, поэтому он выживает. В той мясорубке жесткой. Убивают у нас Аврору в очередной раз. Пытаюсь достать, опять криво попадаю куком. Они здесь нас очень жестко пушат, нас мало. И у них вся пачка идет прямо на нас по одной линии. И мы считаем, что здесь лучше отступить. А лорда еще нету, не знаю, что они там в лесу собрали, все впятером. Но я решаю забрать баф на атаку и попытаться кого-нибудь поймать. Они, видите, уже начинают разбиваться. Хотя лучше бы им всем вместе ходить, учитывая, что у них СТС.
Ну и здесь я пытаюсь помочь Ханаби, ловлю Эстеса все-таки, юзаю ульту и помогаю Ханаби его добить. Счет 8-1-9, как видите, умер я только в начале игры один раз. А сейчас меня уже особо слить никто не может, потому что меня и мои союзники поддерживают. И при этом у меня уже жесткий идет перефарм по золоту. То есть у меня 12400 голды, а у них там 11, 10, 8, 7 тысяч. Ну, в общем, смешно. У нас жесткий перефарм по золоту. Идет уже лорд у нас. Пытаюсь поймать Москова, не получается. Ханаби здесь, по-моему, практически... А, нет, она отправляется на фонтан, потому что ей уже не убежать из ульты Беатрис. Но здесь Бальмон с Авророй неплохо делают даблкил. И остается только Акай и Беатрис. Мы быстренько добиваем Акая, делаю еще один килец. И осталось только Беатрис. Здесь много мобов. А, еще Эстес появился, как видите. Но мы здесь уже... Я пытаюсь поймать Беатрис, использую у нее ульту. Но у нее, по-моему, щит срабатывает, она выживает и пытается уйти. Но мы уже завершаем матч, потому что слишком много крипов, лорд, все дела, и здесь как бы изи вин. Вот какая-то вот такая вот каточка, хотел вам ее, собственно, показать. Я занял MVP, видимо, из-за того, что много убил, но при этом мало умер. Урон, я уверен, я нанес далеко не самый высокий. В качестве полутанка у нас выступал Бальмонт, который танчил все и вся. Аврора и Ангела с антихилами бегали. Ну и Ханаби в обычную свою сборку собиралась, ничего, в принципе, обычного. Ангела, кстати, набрала второе место после меня из-за того, что, наверное, со стиля несколько моих киллов. И, собственно, по данным и статистике можно посмотреть, что я нанес далеко не самый высокий урон, даже Бальмонт меня передамажил, но если я ловлю кого-то, то у меня прям ровно практически хватает урона, чтобы вынести противника, поэтому у меня урон и не очень высокий. Как видите, танковал я не особо, то есть у меня столько же танковки, сколько у саппорта, мага и стрелка примерная, то есть я больше был именно дамагером. Участие в командных замесах 55%, как у Авроры, но Ангела, так и на поддержке, соответственно, выше всего у нее участие в командных замесах. Ну, вот какая-то такая вот сборочка, как видите, полная сборка здесь указана, какую я использовал. Это у нас рейтинг, по-моему, эпик, если я не ошибаюсь. Сейчас я проверю на всякий случай. Перейдем назад. Да, это эпик 3, но недавно был сброс рангов, то есть буквально там пару дней назад кончился сезон, и все те, кто были на Леге и на Мификах, они все слетели на эпик, поэтому тут, в принципе, как повезет, вам могут попасться и новички, могут попасться и профессионалы сейчас, по крайней мере, в начале нового сезона, даже на низких рангах, потому что все в основном слетают как раз-таки на эпик, по большей части. Ну, а на этом я, наверное, буду пока заканчивать. Вот такая вот каточка. Франку в убийцу. Это уже не первая катка. Я уже играл, по-моему, еще пару каточек до этого. Сегодня. За Франку в убийцу. И там мы тоже, в принципе, достаточно тащил я на Франкича. То есть там был, конечно, счет, может быть, и похуже. Что-то вроде 8-4, 10-5. Там где-то такой счет у меня был. Но и так или иначе, я собирал больше киллов, чем смертей. И при этом забирал черепах, забирал бафы. Помогал иногда союзникам, когда это требовалось. И, собственно... Тащил катку, но в большинстве случаев, конечно, команда меня немножко подводила и фидила. То есть там были чуваки, которые играли 3-0 на бронзе. И как вы понимаете, когда ты играешь за Франку, который выцеливает в основном одиночные цели, ты не можешь противостоять сразу толпе противников зачастую. Хотя бывали и случаи, когда я выходил 1 на 3 и убивал их всех, и в этом при этом выходил победителем. Именно в такой сборке. Есть очень много героев, которые могут законтрить Франку. Какой-нибудь Тигрил, если даст прокаст, застанет вас, и вас просто стрелки вынесут, так у вас нету особо защиты никакой с предметов. Единственное, вот только самым последним, либо предпоследним собирается вот именно защита маг-щиток от небольшого количества магического урона. Но это, знаете, для подстраховки этот предмет больше на атаку идет, чем на защиту. В общем-то, на этом пока буду заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч, мы еще обязательно увидимся. На этом пока что все.
Пока-пока. И вот как видите, у меня все на эпике в друзьях чуваки, даже те, которые были на мифике. Просто некоторые, видимо, играют почаще, чем я. Я только вот начал играть на эпике. У меня там каток 6-10 сыграно примерно в целом, и я еще не вышел на легенду. Но я думаю, я ее через несколько дней, там 2-3 дня апну. Я играю в день где-то по 5-10 каток максимум, поэтому не могу так быстро взять сразу высокий ранг. В общем-то, на этом все. Всем пока, удачи, до скорых встреч, и мы еще увидимся. Пока-пока.